В этом году в Бразилии впервые прошло награждение Star Mine Analyst Awards. Семья Лусиана Миранда. Посмотрите прямое включение из Сан-Паулу. Программа была подготовлена совместно с Дукаскопи ТВ и Ля Пресса. Сегодня мы поговорим на эту тему с Раживом Сайнани. Он является вице-президентом, продакт-менеджером Thomson Reuters. Расскажите нам о своих впечатлениях от Star Mine Analyst Awards. Мы были очень рады тому, что данное мероприятие проходило в этом регионе, здесь, в Бразилии, в Латинской Америке. Я надеюсь, в дальнейшем у нас будет возможность провести это мероприятие в других регионах по всему миру. В этом году, в 2015 году, Star Mine Analyst Awards впервые проходила в Латинской Америке. В этом событии принимали участие такие страны, как Бразилия, Мексика, Аргентина, Колумбия, Перу. Это большой успех. Со стороны финансового рынка мы получили признание. Посещаемость была очень большой. Какое было количество участников? Star Mine Analyst Awards принимало участие очень много представителей из Бразилии. Возможно, именно поэтому они и получили большинство призовых мест. Призовые места получили также представители из других стран региона. Также были победители в Нью-Йорке. В основном лидерами стали аналитики из Нью-Йорка, Мексики и Чили. Но больше всего победителей было в Бразилии. У Бразилии была пальма первенства. В чем заключается основное значение этого мероприятия? Что нам удалось отметить? Так это то, что в Бразилии на сегодняшний день есть представители, которые могут обеспечить рынок прозрачностью. Именно для этого мы предоставили нашу платформу для этих дебатов. Такие результаты очень обнадеживают. Расскажите нам о других мероприятиях этого года. Что касается данного мероприятия Star Mine Analyst Awards, в этом году мы были ориентированы непосредственно на Латинскую Америку. Сегодня у нас в перспективе другие страны мира. Мы также провели несколько мероприятий за пределами Бразилии, в Чили и в Мексике. После такого большого успеха, которого нам удалось добиться в этих регионах, мы хотим расширить наши масштабы. Как насчет следующего года? Мы будем надеяться на то, что значимость данного мероприятия в следующем году будет также очень большой, и нам удастся закрепить этот успех. Ражив, большое вам спасибо за ваши комментарии. С вами была я, Лусиана Миранда из Сан-Паулу, специально для Дукаскопи ТВ. До свидания.